На передовой в борьбе с людскими невзгодами. Накануне в России отмечался День социального работника. Но сотрудники Центра реабилитации «Изгалек» решили отпраздновать его сегодня. При этом они отмечают, что их труд не просто работа, а призвание. Иначе постоянно сохранять позитив, вселять надежду и веру в лучшее своим подопечным было бы сложно. Сам Центр «Изгалек» открылся в 2007 году и сумел привлечь немало единомышленников, других неравнодушных к чужой беде челнинцев. Мы участвовали при открытии реабилитационного центра «Изгалек», нас пригласили на открытие. И с того момента мы стали помогать центру, выездные какие-то мероприятия осуществляем, прониклись жизненными какими-то ситуациями реабилитантов этого центра. И по мере своей возможности всегда стараемся помочь. Поздравляем всех сотрудников с праздником. И главная награда для соцработника – благодарность отдыхающих. Ежедневно центр принимает порядка 50 человек, за год их более 600. Это не просто люди, получающие здесь услуги. За время реабилитации они превращаются в большую и дружную семью, а потому с радостью возвращаются сюда вновь и вновь. Помимо лечения, для отдыхающих здесь проводят познавательные лекции и веселые праздники. Ну и, конечно, дарят каждому тепло и заботу. В реабилитационном центре «Изгалек» я не первый раз. За эти годы много изменений было, много директоров сменилось, коллектив омолодился, но каждый поток по-своему вкладывает в свое общее дело свой труд. Мы всегда довольны. Спасибо и с профессиональным праздником!